Так, друзья, всем доброе утро. Сейчас покажу мини-обзор на Toyota Passo. Это 17 год, 4 ВД. Зимняя резина пришла у нас, она пошла с севера у нас, потому что на юге было тяжело ее найти. 4 ВД, в принципе, она высокая для своего класса машина, потому что плюс еще резина высокая, как бы придает некоторые сантиметры. Салон, в принципе, очень тоже гармоничный, красивый. Кнопка запуска, автостоп, предотвращение столкновения. Есть вот такие штуки какие-то, подставки для пива или для чая. Обычный спидометр, полумультируль, магнитолка. Такая ниша какая-то есть у нее. Климат-контроль, комфортный, маленький, все в одном месте. Подогрев есть сиденья водительского. Белый салон. Но у нас это EOS, оценка 4, салон B чистый, 4 ВД, вот 4 ВД. Замечаю по кузову только вот царапины и пробег 64 тысячи. Так, что еще удивило? Удивило, конечно, подлокотник огромный и вообще сплошные сиденья, как диван называемый. То же самое здесь. Большой сплошной диван. Белый салон. В принципе, мне машина как бы понравилась, потому что 4 ВД, если было не 4 ВД, как бы, блин, тяжеловато было бы и по нашим сопкам подниматься и спускаться. В принципе, вот мини-обзорчик вам на Toyota Passo, 17 год, пробег 64, оценка 4. Задняя камера вида есть, парктроники есть. Ну и вот стоянка, что привозят с Японии, потом отправляют. Машин целая куча. Приусы, инсайты, филдеры, аквы, сирены, шаттлы маленькие, хорьки, приусы, все везутся на запад. Заходите на сайт, переходите к нам на сайт, заходите в автоаукционы, пароль ТС2 и заходите, смотрите количество машин, сколько подается, и статистику, и вообще какие машины покупаются и подаются. Всем до свидания.